Артем Марьясов гуляет на детской площадке возле дома номер 9 на улице Кутузовская почти каждый день. Для маленьких жителей микрорайона «Новая трехгорка» – это одно из любимых мест для игр. Скоро здесь проведут реконструкцию. На смену старым архитектурным формам придут новые, красивые и интересные. Артем так обрадовался, узнав об этом, что нарисовал площадку своей мечты на бумаге. Я хочу, чтобы у меня здесь стояла горка-ракета. А еще такие лазилки веревочные, чтобы они соединялись с этой горкой. Кто, как не мама, знает, что нужно ее ребенку. Перед началом реконструкции детской площадки жители высказали свои пожелания, полагались на личный опыт. Я здесь все лето с детьми провожу. Они становятся вот тут, вот и начинают мяч перекидывать над головами друг друга. Вот. И мне бы, конечно, хотелось бы, если это возможно, чтобы была зона для игры с мячом. Это будет актуально 5 лет, 10-14. Старая площадка досталась от застройщика с некоторыми нарушениями. Игровые элементы изрядно устарели. Вместе с администрацией округа участие в разработке техзадания примут сами жители. Пожелание, чтобы сделали разграничение зон, чтобы малыши не пересекались со старшими детишками, поскольку это тоже не всегда безопасно. Надеемся, что все наши пожелания будут учтены. Как сегодня нам сказали, в течение недели будет разработан план, куда нанесут наши пожелания. Мы еще раз встретимся, посмотрим, что можно сделать. И очень надеемся, что уже следующим летом наши дети будут играть на новой площадке. Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков оценил результат уже проведенной реконструкции игровой площадки на территории детского сада номер 5. Здесь уже установили новые качели, горку и песочницу. Постелили специальное покрытие. Как только позволит погода, устранят небольшие недочеты и все. Добро пожаловать! Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».